Здравствуйте, уважаемые зрители. Продолжаем наше увлекательное прохождение. Пойдемте все-таки сделаем промоушен для этой дуренды. Для скаута. А, это ж не дуренда, это у нас мужик. Чучело. О, сундучок. Как я его не заметил. Плюс 1203. Неплохо. Так, куда мне надо? Все Хейвен, да? Короче, пойдем сейчас сделаем промоушен для гномика. Потом возьмем ему грандмастера. Топора. И потом, я думаю, все у нас будет хорошо. То есть добавится немножечко DPS-ка. И можно будет идти уже по квестам. Куда нам тут? Здесь ничего нет. Так, там тоже ничего нет. Сюда, что ли? Смотрите, уже поджидает меня бразильская скотина. На, вот тебе. Оп. Минус элементаль. Сейчас мы его Близзардом бахнем. Иди отсюда. Ой. Минус экспа, да? Ну ладно. Поганые блоки и мисы, короче, капец. Неприятные для них. О. Так, куда нам бежать? Опа, грифон. А ты тут зачем? Сейчас мы тебя подвинем. Его даже отравили. А-а-а, сзади еще один грифон. На, вот тебя.
Так, с грифонами мы расправились, отлично. Пойдемте постреляем по мишеням. О! Давай, колдани мне что-нибудь. Тут уже. Эта фигня докачалась, кстати. Вот 44,52. Ой. Иди отсюда. Так, я не взорвусь, если он меняет самое. Еще нормально. Сейчас еще квестик для грандмастера этого сделаем. Арбалетом. Надо только все мишени найти. Это будет нелегко, конечно, сделать. Вон еще одна. Где-то еще одна хорошо припрятана. Ауч. Очень больно. Так, давай командат. Вон она. А с какой стороны в нее стрелять? С этой вот, да. Так, плюс квестик. Четыреста экспы. Сейчас еще додику промоушен возьмем и возьмем грандмастера топора. Потом сходим за пёселем. Оп, левелапчик.
Так. Мистический фокус. Давай-ка выносливость тебе качать, а то ты постоянно дохнешь, и это вообще не круто. Так, мистический фокус. Тысячки не хватает до левела. Ну, сейчас докачается. Четыре персепшена. Шесть виталити. Так, сейчас посмотрим это самое. Значит, Magical Focus спигали, да, а мастер все охевени. Пойдемте сейчас мастера возьмем, вот этой девчонки. Она сможет тогда использовать две лупалки. Угу. Так, Medium Armor Expert, Sea Heaven, Town Garrison. Пойдемте эксперта Medium Armor возьмем. Тому додику. Чтобы он мог таскать на себе вампирскую броню. Не дохнуть от рефлекта. Так, отлично. Возьми броню. Так, Dual Wield мастера в этом самом маяке. Сходим сейчас туда. И Magical Focus в Сапегале. Пойдемте тогда в Сапегале. В маяк. Потом еще нужно грандмастера этого взять, топора. Легкий-то легкий промоушен для скаута, только сначала надо два шарда найти. Водяной и воздушный. Убить двух элементалей жесточайших боссов, которые просто лицо отрывают. И потом можно сделать легкий промоушен, да? Ой, халявку пропустил тут. Так, сейчас на секундочку отойду.
Так. Все, я вернулся. Пойдемте в маяк. Где маяк? Маяк. Зайдем в маяк, зайдем в Спигаль. Потом надо будет еще найти грандмастера топоров. Так, а в маяке-то у нас это самое еще. Секретики не открыты. Да. Пойдемте денежку фармить. Ой, я еще бочку взял. Тут нету. Вроде нету секретиков. И я тут точно был секретик, я помню. В следующем уровне, что ли? Секретики пошел искать без пёселя. Чертов наркоман, надо. Что ж такое-то, ребят? Почему так тяжело? Да уж. Скачет секретов 666. Короче, сейчас возьмем этого эксперта фокуса, возьмем грандмастера топора и пойдем уже в это самое. Как его зовут-то, господи? В квартал. Сделаем квесты там. После этого я паролю немножечко магазин. Так, заодно сразу банку купим. А, я уже купил банку. Пойдем создадим квестик еще. Что за квестик-то дали? Просто экспы. Ой. В любом случае придется за пёселем сбегать.
Так, вот он наш пёсель. Так, грандмастер. Топора. 68-59, да? Вот тут вот где-то недалеко должен быть, по-моему, вот он. Да, вот он сидит. Оп. Ну и чё у нас там? Даже с грандмастером нету 300 урона, жесть просто. Слышь, ты бестолковый. Ну, просто ужас. Я пользовал Prime Magic, это, короче, такое себе. Там есть два заклинания, это, ну, три. Аркан Вард, час силы на Грандмастере очень поздно появляется. И это самое, импла. Ну, импла это просто магия огня чуть послабее. Ну, кстати, она работает практически, по-моему, на всех существ в игре, даже на магов. Что приятно. Неприятно то, что мастер этой магии живет в Картале. То есть вы играете половину игры без заклинаний. У вас есть Аркан Вард, который, ну, по сути, практически ничего не дает в начале игры. Там плюс 3 резиста от нуля, это около нуля. И все. Митет по встречам. На. Пойдемте койки искать. Где-то тут должно быть запрятано. И я, где кок-то?
Конечно, эти поиски сундучка немножко вымораживают. Скажем дружным. Да где он? Вон он. Капец, припрятали, конечно. Эти угадаю, сейчас по лицу будут давать. Ну давай. Ну, чертовы блоки, конечно, это кошмар просто. Ну, реально, ну кто это придумал? Ну, да, дело. То шарду мы получили еще одну. Нечательно. Сорок пятьдесят восемь, да? Плюс 10 урона в это. Слушайте, мы тогда этот лук не будем менять. Мы с ним сможем это самое. Фармить манку. Так. Что тут у нас есть?
Плюс 4 к магии света. Это что у нас колечко, да? Давайте вот это поменяем. Урона, конечно, мало у водички. Так, давайте немножечко паролим магазинчик. Что не нашли, да? Корона магии плюс... Сколько? Плюс 7 магии. Плюс 7 магии очень слабо. Типа плюс 10 магии это как плюс 3 примерно. Алхимик полная фигня. Там слишком маленький прирост крита, чтобы в этом имелся какой-то смысл. Плюс 9 магии.
Ладно, давайте тогда купим бутылки себе. Пойдем делать. Пойдем делать квестик. Пойдемте обратно. Так. Давайте-ка тут паролем магазинчик. Оп. 34 к луку. Крит шанс 2%, кек. Так, а у тебя что за второе колечко? Против магии света. А там что за колечко? Плюс 3 нам. Ну, плюс 3 лучше, чем ни хрена. Да. Конечно. Пойдемте едой закупимся еще. Смертью, конечно, есть некоторые проблемы у нашего гномика. Пока. Ну, сейчас броня чуть подкачается, вот это будет полегче. Там штраф спадет.
У меня 13 тысяч осталось, на это я уже ни хрена себе не наролю, поэтому даже не буду пытаться. Пойдемте уже сделаем квестик, как раз там денежек нафармим себе. Можно будет еще паролить. В идеале иметь на каждом слоте плюс 6 к основному скиллу. Это прям... прям самый сок. Сейчас пойдем в тюрячку. Ячком. Ну-ка давайте-ка отсюда, псы. Оп. Нормально, кстати. Резисти к магии тьмы. Сюда резисти к магии тьмы. Закрыто, говорят. Оп. Малявка. Ребята, а вы тут откуда? На вот тебе. Так-то девочка вообще нормально наваливает. Я еще даже эти не одел. Предметы. Из паучьей пещеры. Да, вот тебе. Оп. Смотри, что она творит, а с ним.
Дайте угадаю, там уже набежали. Ребятушки. Конечно, набежали. Так, давай мандат. Ну-ка домой. Ну-ка домой. Блин, по кайфу так. А-а-а, промазал, черт. Опять промазал, что ж такое-то? Блоки, конечно, капец. Блоки просто жесть. Ну, секс-спам. Когда ты там расстанешься, да, чудовище? На, вот тебе. Так, а вы-то тут откуда? Нормально. Как бы блоки и броня, два врага этого билда через луки. Потому что всего два выстрела. Как пробивать блок, совершенно непонятно. Бедный минотаврик. Мы убили его.
Ну, халявка. Я ничего не вижу. И 11 урона наносят, ребятки. Бум. И, ой, да что ж такое-то? О, главный минотавр. The Butcher. Ну, кто тут The Butcher? Я тут The Butcher. Блок, блок. На, вот тебе. Блок, блок, блок. Блок, резист, блок. Блок, блок, блок. Ну, господи. Что, все уже, да? Блок, блок, блок. Открыт, это для гномика. Гномика 129 силы, а это что-то ему не особо помогает. Элитный минотавр. А эта штука на него не работает, конечно. Блок, мисс, мисс.
Блок мисс мисс, мисс мисс блок. Так, чё там? Так, а где этот хрен-то, господи? Вон там, вон там. А! Ой, чертов наркомана. Чай левелочек получим. Оп-оп. Оп-оп-оп. Так, dual build. Давайте броню подкачаем пока. Тоже пауканы. Ваш час настал. Пойдемте качать дисциплину. Поднимем резистики. И закрыто почему-то. Так, вход в подземный город, левел 3. Ой, это ж вход к боссу-пауку. Пойдемте. Так. Ум. Что пол лет сам не расколупали.
Знаете, вот. Эти мандат прошу. Все равно сейчас спать будем. Левелапчик. Что в скелет? Мы наделали много ошибок. Но любовь учит нас прощать. Так. Пойдемте за пёселем, сбегаем быстренько. Ну, там он, по-моему, сидит. Дверь открыть я не помню. Там, по-моему, сундучок какой-то или что-то в этом роде. Наверное, вообще и не буду броню качать. Докачаю лучше этот выносливость. И потом начну аркан дисциплину вкачивать. Так, сколько времени там? Еще есть время немножечко. Так, пойдемте опознаем предметы, продадим предметы. Купим рациончиков. Пойдем убьем босса паука. Я думаю, что под этой фигней 34% его как-то сможем заколупать за пару раундов. Резистов, конечно, мало у меня у всех. Можем и не заколупать. Опасный паук, он там два раза плюет магией своей. Но у нее 300 хп, плюс щиточек я повешу, плюс эта хрена тень. Я думаю, что должны мы с ним справиться. Полезного нам.
Этот черт 10% этой дает экспы. Тот ж полная фигня, он не работает на магию. Как бы эти милишники, они, как только одеваешься более-менее, уже не наносят особого урона. Вон там у него 57% резиста к этой урону, ему пофигу вообще на эти удары. Поэтому... Тот же работает только на эти самые, на выстрелы и на милишные удары. Нет смысла его качать. Потому что все лицо магией разбивают вам. Лучше качать и аркан дисциплину. Прям хорошо помогает. Плюс там со временем будете манку восстанавливать, тоже приятно. Когда у вас колдуют на пол столба. Свет я ни хрена не вижу. О. Халявкам. О. Чё, халявка? Крыльям. Так, ну что, босс паук, готовься. Твой час настал. Закрыто пока. Давай-ка двигайся. Давайте мандат пожмем. Бжух. Книжечку нашли. Так, тут же засада сейчас будет, да? Ну, подходите. Спектры элитные. На вот тебе. На вот тебе. На вот тебе.
Я не взял, да? Ладно. Просто на пол столба с одного пинка мне пропихивают. Поганые привидешки. Конечно. Гули на подуле. Так, ну все, сейчас будет битва. Вы готовы? Что там еще там? Кстати, у Фриленкин сделал бы эти самые более юзабельными, как их зовут там. Так, все, у нас тут сейчас будет жесточайшая битва. С боссом-пауком. Thank you.
Ну что же. Эй! Ну что, босс-паук, ты готов? Давайте мандатик прожмем. А, эта тварь еще и эту снимает, зараза. Магию нашу. И а где ты? Что за скам? Вот он, да. Давайте к нему подойдем. Пум. Ну все, доигрался босс-паук. Вафля тебе. Так, вот мы нашли предметы. Вот мы нашли шарфик. В принципе, программа минимум на сегодня выполнена. Я думаю, что мы можем... Со спокойной совестью идти определять наши имбошмотки. Так, это в Слумсы, я не хочу в Слумсы. Я хочу на первый этаж. Так, мандат. Оп. Давай мандат. Оп! Джух. Как мы его замочили-то, а? Из лука. Блин, вот если бы было у арбалета два выстрела, этот черт был бы не таким плохим. Если качать его в арбалеты. К сожалению, у арбалетов только один выстрел. Что делает их довольно бессмысленным оружием. Так, тут же засада сейчас будет. Конечно. Сейчас
Части у меня есть. Просто. Это мы еще шмотки не одели, нормальные. Так, мандат. Заразу-то. Оп. Оп. Мне кажется, друид все равно сильнее шамана. Потому что грандмастер мистицизма это хорошо. И там есть первородная магия, которую тоже можно прокачать. О, 22-40. Оп. Ну, отлично. Все, замечательно. Наконец-то у нас появился дэмэдж дилер в отряде, который начнет там немножечко раздавать. Давайте девчонку оденем. Все, девчонку одели. Плюс 7 ко всем резистам, кстати. Можно пока это и отдать. Вот этому. Шапка говна. Может, на 7. Так, давайте посмотрим, что тут продают. О, плюс 4 к аксу сюда. Отлично. Так.
36 тысяч есть. Что там по левелу там? Скоро левел, да? Еще 3000 экспы надо. Ну, сейчас чуть-чуть паролим и закончим на этом. Я думаю, два раза паролим. Посмотрим, что дадут. А завтра тогда закроем фаржу окончательно. Что тут у нас? Плюс 4 к луку. Плюс 9 и плюс 4, да? Плюс 4 что-то мало, у меня и так тут плюс 4. Нет смысла покупать. Нет смысла, мне кажется. Я, если буду брать ножик, то только off relentless. Какой-то другой мне не нужен. Мне бы топорик найти получше. Плюс 50 маны. Ну, это я возьму. Плюс 6 к луку. Блин, я не знаю, 13 урона по всем, либо плюс 6 к луку. Мне кажется, 13 урона по всем как-то профитнее, что ли. Ну, плюс 6 к луку тоже может пригодиться. Ну, короче, все, две шмотки нашли, хватит на этом. Всем спасибо. Пока-пока. Еще увидимся.